Привет, меня зовут Норт, канал Rocket Play. Мы сегодня с тобой продолжаем кампанию за пиратов, если я правильно помню, хотя... А, это как раз-таки тот самый бонусный уровень. Дикий Запад у нас тоже открыт, но, по-моему, пиратов начали. Да, пиратов начали. Странно, я не помню, чтобы открыты были все остальные, ну да ладно. Собственно, у нас тут... Ты куда? Подождите. Ты куда? Ты куда? Что ты делаешь? Господи, плюс 18. Какой ужас. У нас тут, собственно, пушки. У нас тут какой-то капитан, я так понимаю. С двумя попугаями, кстати, красиво очень. Хотя почему бы, собственно, и вот. Чувак, отойди, не мешай, слышь, что? Ты лезешь в кадр. В кадр лезет. А, блин. Вот так, подрежу. Капитан корабля у нас сегодня. Капитан корабля. Нормально. Капитан, собственно, корабля. Куча всяких разных с пистолетами. И, я так понимаю, эти, которые кидают бомбочки. Значит, что мы должны сделать? Мы должны как-то их немножко либо оттеснить. Но я так понимаю, что в первую пойдут вот эти, которые с пистолетами. У них одноразовые пистолеты, то есть их надо пережить просто. Поэтому нужна какая-то защита. Давай мы... Сколько у нас? 6... 6200 у нас? Серьезно? Шутишь, что ли? У нас 6200. Так. Вот так. Что у нас там позволяет еще? Да, останься ты. Эх ты ж. Неудачно получилось. И спереди почему-то не ставят. Посмотри, вот я хочу два поставить. Только по центру. Очень неудачно дырка получается. Вот, так мы выстроили. У нас еще, в принципе, есть один чувак. Я так понимаю, вот сюда влазит. Просто тени мешают. Да. 600 у нас остается. Мы просто вот так вот что-нибудь поставим. Они вроде бы не слабые. Давай пробовать. Эти на себя просто отвлекут, ребятки. Танк пока раскрутится за это время. Я, правда, не знаю, сможет ли он вверх стрелять, но давай посмотрим. Ну, стреляет он так себе пока что, честно говоря. Костяные маги... Одного я вижу. Утопился он чуть-чуть. Второго я что-то не вижу даже. Капитан пока что пытается... А, это не капитан. Капитан внезапно... Ах, ты же смотри, какие они хитрые, они не слазят. Капитан внезапно где-то уже отпочил немножечко. Капельку. Да прекращай, ты чувак, там война идет, что ты делаешь? В смысле поражения? Ты что, прикалываешься? Так, значит, тогда делаем немножко похитрее, как ее. А, тап, забыл уже. Тогда ставим его подальше. Его подальше ставим. И, наверное, вот эту вот всю братью мы ставим тоже подальше. Потому что надо, чтобы они вышли сюда. И не хотят идти. Айо, перный театр. Ну почему нельзя полосочку заказать? Что за бред? Обязательно приближать, чтобы всунуть сюда воина. Ну, влазит же, прекращай. Айо-моё. Ну смотри, нажимаю, не ставится. Смотри. Все, прикалываешься или куда? Игра. Оло. Не ставится. А, деньги закончились. Все понятно. Я думаю, что за хрень. Не заметил, как закончились бабосики. Вот так. Все, давай попробуем вот так. Они, по идее, дальше должны выйти. Куда у нас девается капитан? Я не вижу. А, вижу, вижу. Он тусит. Он тусит, ему хорошо. Он получает ядро. И набирает ведро. Я понял. Все хорошо. В чепчик прилетает. Капитан отдыхает. Вопрос в том, что пушки не выходят, и это печально. Потому что, мне кажется, именно они и разбили. Да, танк, к сожалению, не может у нас дотянуться. Почему он его не намотает, вопрос, крутясь вот так вот, вот этого чувака зацепившегося. Это странно. Было бы прикольно, если бы их наматывало. Но он не может ничего им сделать. Все, мы сейчас поиграем заново, потому что... Наверх он, к сожалению, не алё.
Хорошо, давай мы попробуем вот так сделать. То поменяется, он же не съедет отсюда, правильно? Давай посмотрим. Теперь они вынуждены ко мне идти. Теперь они вынуждены ко мне, он крутится будет, нет? Или он застрял? Алло, дядь, ты живой там, нет? Ты что, дурачок? А в смысле? А он не алло, он не крутится. О, блин. О-о-о. Я, правда, не вижу, что я делаю. Ну все, пусть сам воюет. Я ему помог раскрутиться, потому что он застрял. Но, блин, ситуация повторяется. Он все равно не может по ним попасть, он идиот. Они уже к тебе пришли, придурочек. Ясно. Жалкая трата денег. Хорошо, тогда нужно что-то... такое, что ли, на тысячу, на тысячу, на тысячу, чтобы нам на тысячу. Монахи? Давай. Давай. Че нет? Мне как-то не очень хорошо получилось. Вот так. Ух, блин. Вот это я понимаю, полетело. Можно было бы просто еще одну поставить. Все, этого приговорили. Отлично. Там вот, чтобы не дошел. Промахнулся. Но он успел выстрелить. Хорошо, поснимали. Красавцы. Эх ты ж. Стреляй, кот полез. Но там при этом появились стрелы, прикинь. Нормально. Стреляй, что стоишь, дурачок. Ло, дядь. Ты чё? Ну? Ты ж нормально стал, чё ты? Вставай, алло. Ложится он, смотри. Все, я сплю, типа. Вот ты даешь. На, и все, господи. Им иногда реально помогать приходится, потому что они стоят, тупят. Почему? Ух ты. 6500. Ну, у нас опять же ситуация с танком может повториться. Да, чё, можно так крутить его было, да? Приколюха. Хе-хей! Не, давай вот так вот поставим. 200, ну, в принципе, чё нет. И прям вот усилим. Печально, померли все сразу мушкетчики. А нет, один живой, но его там болтают. Танк у нас типично разносит, но против танка остались пушки. Поэтому проиграли мы, к сожалению. Оставь его, кот понес. Ух ты, дядь, ты че, дурак, что ли? Ты че спрятался-то? Не успел. Спрятался у меня один дурачок, к сожалению. Не получилось у нас так. Нам нужен кто-то более стойкий. Хвачу можно было бы, но она, к сожалению, не справится. Давай мы тупо вот так вот сделаем. Вот тупо на все. Их же много. 60 есть? Нет. Ну 60. О, 50. Давай. Центр колхозника поставим. Все. Пусть они бегут, тупо числом берут. Пусть они берут числом. Примитивно поступим. Аж все это зависать стало. Все. Вот и сработала стратегия. Банально. Они ж хорошо армированные. Хорошо армированные. Это наши? Это не наши еще в центре? Это как? Прикинь. Ладно, не вопрос. Это кто? Ну, такое себе, они не такие армированные. Ну, давай попробуем. Они дешевле, их можно больше поставить, у нас меньше денег. Чтобы поставить 55 штук, пришлось экономить. Этих разнесли, эти толпой идут на пушку.
И у них все получается, я так понял. Постучали пушки по лбу, мечом. А не тем, что ты подумал. Вот это крестовый поход, конечно. Это, конечно, крестовый поход. Отъехать вот так вот. На самом деле было бы круто вот так вот сделать. Крупнее было, чтобы это все видно было. Вот так вот. Да, нормально. На будущее АВА останется. Значит, с этим мы справились. Тут примерно та же ситуация, но капитан наш. Ладно. Чуваки, у меня есть беспроигрышный теперь вариант. Что вы ко мне пристали? Пока вы мне начнете давать 1000, я буду выигрывать. Они мне еще и юнита сильного дали. Зачем? Ух, как высоко было. И вон у них там победное шествие с капитаном, который почему-то на шпагат пытается сесть. Красиво. А капитан что, все? Что там делаешь? Опять плюс 18? Прекращайте, люди. А ты пистолетом зацепился? Или ты ботинки купаешь? Сапоги. Ну да не суть. В смысле? Уходил, толпа целая была. Это как произошло вообще? За прикол такой. Действительно. Фига у тебя стратегия, дядь. Красавчик. Красавчик, красавчик. Но не докрасавился немножечко. Капитан корабля танцует лезгинку у нас. Да в смысле опустись ты, какая штука, камера неудобная. О, наконец-то влез капитан корабля. Кадр эпичный. Хорошо. Ну, мы будем пробовать заново, потому что, мне кажется, просто случай. Сыграл на руку моему противнику. Капитан застрял, не смог повести свои войска. Потому что тут мы вполне успешно всех разбомбили, и никаких вопросов не было. Ух ты, у нас можно с мачты смотреть. Серьезно, давай. Ну, смотри, как они пушки разносят, их прям аж выносят. Да попади ты по нему, кривоножка. Тыщ в лоб. Давай еще разок. Эх ты ж, капитан, все. Да ладно, ладно, запинали, идите на пушку. Все, я же говорю, просто случай. Повезло, у нас капитан забаговался. Ух ты. Вот теперь все наоборот. 7000 у нас. 7000 у нас. 4000 у нас. Не. Это, конечно, любопытно, но нет. Сколько? 250. Ну да, попробуем, фиг с ним. Тут 3 капитана, 4 было. Ясно, я их не заметил. Мы проиграем сейчас. Уезжай, дурачок, уезжай. Не, не смог. Ясно, капитанов я не заметил. Вот в чем фишка была. Раз, два. Еще два где? А, тут еще какая-то баба появилась. Блин, на себе. Понято. Понято, давай, хватим мы немножечко... Валькирки, кстати, вполне могут быть. Где это было-то? Вот здесь. Давай мы подальше их поставим. Вот так. Чтобы у них немножко запас хода был. Пачка, да близко, они хреново стреляют. Красиво. Стреляй, хвача, стреляй! Не успел. Красавчик просто. Ну и вот запас. Сейчас пока не дойдут, он перезарядится. Они снимут, он снимет вот этих вот стреляющих. Не снял, к сожалению. Ну снял капитан. А, не снял вообще никого. Ты что, дядь? Стреляй, дурачок. Красавчик. Почему ты не убиваешь? Тебя сейчас расстреляют с пушки. Отъезжаем, отъезжаем, дядька, отъезжаем. Ой-ой-ой, 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 ой-ой, хорош. Блин, на финты там вы этого.
Капитанша у нас корабля получается. Хорошо. Давай сделаем тогда по-другому. Давай мы тогда поставим две хвачи. Здесь и две хвачи здесь. А сюда мы пустим за 100 рубликов вот этих вот меченосцев. Не очень красиво получилось. Вот так. Во! Во! Вот это я понимаю. Жалко, что они мимо пульнули, конечно. Не успеют зарядиться. Да нет, успели. О-о-о, вот и все. Все просто. Когда у тебя есть вариант поставить 4 хвача, ставь 4 хвача. Когда у тебя есть вариант поставить 3 хвача, ставь 5 хвача. Собственно. А-а-а, это мы начали другую уже кампанию, и у нас появились только пираты. Пираты. 2900. Не, знаешь, давай мы, наверное, пиратов тогда ставим на следующую серию. Спасибо тебе большое, что смотрел. Подпишись, поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий, обязательно нажимай на колокольчик, если тебе не сложно, возле лайка, дизлайка и стрелочка поделись с друзьями, поделись, пусть они тоже посмотрят, поставят лайк, напишут комментарий. Спасибо тебе большое за просмотр, всего хорошего, пока-пока.